Вітанечки, всім добрим людям з незламної неньки України. З вами, як завжди, Руслан, і ви на каналі Рулік 69. Сьогодні у нас з вами очередной модпак по номером 25. Що я вам предлагаю в даному модпаке? Предлагаю вам поставить и посмотреть вот эту карту Азии Dream, да? Карта Азии мечты. И предлагаю вам ее поставить именно с промодами, да? Ничего лишнего, просто у нас будет промод. Снизу выставляем Asset, модель 3.2.1, Media Map, соответственно, Dev и вот это DLC Support. Далее, чтобы как бы так, да, куца не выглядела у нас, вверху промодов ставим проект E6, hotfix данному проекту E6. Ну и вот данную карту Азия мечты. Выставляем модель, map и соответственно dev. И вот этот коннектор для работы данной карты Азии мечты с картой Promods. Ну и дальше подложка. Подложка в обязательном порядке. Я уже устал трандеть за эту подложку, да? Хотите, ставьте такую, как я использую. Хотите, ставьте любую другую. И вот этот модик, да, на полноэкранную карту нашего игрового мира. Тоже по возможности, мои дорогие, ставьте. Он помогает в игре на ура. Хотите, ставьте с мастерской Steam, либо же ставьте от Джерри, от Тоби. Есть такие моды, без вопросов найдете, если захотите. И что дальше я вам предлагаю поставить, да? Предлагаю вам попробовать поставить, ну, вот этот Mercedes Sprinter Mega Mod, да? Вот он, этот мегамод у нас, ну я знаю, их его знает, ребят. Как бы так, вес данной модификации, ой-ой-ой, там почти по 2 гигабайта, да? Я точно не помню, там 1.7, 1.8, ну грубо, пускай там будет по 2 гига. И там у нас 1, 2, 3, 4, 5 файлов, да? Ну, я себе поставил просто вот этот спринтер и поставил прицепчик. Короче, поставил вот этот спринтер и поставил вот этот прицеп, да? Вы же хотите, добавляете вот этот прицеп, вот этот, тут без вопросов. Либо же этот, но это уже все по желанию, как он вам будет заходить. Если зайдет, конечно. Вы знаете, да, я всегда беру на обзоры всевозможные модификации, а зайдет, не зайдет, тут уже дело такое. Короче, будете определяться, да, с этим мегамодом. Что вам нужно будет поставить? Либо же поставить гамузом, либо же поставить вот так выборочно, как поставил я. Ну вот, то, что я вам хочу предложить. Поехали, мои дорогие, посмотрим. Что у нас за чудные такие модификации, да? С данным Мерседесом, да с данной картой Азия мечты. Поехали потихоньку. Так, мои дорогие, начнем мы с вами, наверное, с карты, да? Вот наш доблестный промоц. Тут ничего лишнего, просто вот добавил проект E6, да? Чтобы как бы так это все дело у нас выглядело более-менее как-то ровненько. Ну, а так все без изменений. Промоц есть... Есть промод, мои дорогие. Ну и вот у нас вот эта карта Азия мечты. Ну как бы так, как бы так. Стоит неплохо. Стоит неплохо, ну а там будем посмотреть, что на данной карте, да? Вот у нас паромчик, он идет с Поти, идет в Варну. Я себе тут грузик взял. Так, откуда у меня груз? Нахичеван. И еду я в Эдирне. Ну вот так это все дело у нас выглядит в самой карте, да? Как бы так, как вариант поставить, покатать. Плюс у нас ивент идет. Я думаю, что именно по промоду покатать ивент будет класс. Ну и мало ли, может быть, на данной этой карте Азии тоже ивент будет отображаться. Ну такое дело. Главное, чтобы было компактно, комфортно и хорошенечко, да? С этим разобрались. Ну а теперь поехали, начнем с прицепчика, да, к данному мерсючку. Вот так выглядит прицеп, видите, не пугайтесь, да, текстуры у нас в дупе. Нажимаем изменить конфигурацию, здесь что у нас получается? Тип сцепки 0, кузов, вот так, шасси, естественно, в одном экземпляре покраска.
металлик, раз, и оно все становится на свои места. А вот такой цвет у нас балуется. Ну и естественно, из конфигурации аксессуаров мы ничего здесь изменить не можем. Ну, прицепчик, как бы так, как на меня, то ну, дюже достойненький. Приятно смотрится, класс. Мне нравится, в принципе. С прицепом разобрались, да? Там всевозможные конфигурации вот этих прицепов. Будете выбирать себе, что там вам будет интересно. Ну, а дальше идем покупку грузовика, дилеры брендов из модификации. Ну, и вот. Вот так выглядит данный мерсючок. Опять же, конфигурации разные. Вы там можете сделать его и как бы с платформой. Вроде бы с платформой. И тентованный будет. Ну, я себе вот такой вариант пассажирский взял, да? Здесь у меня кабина, естественно, одна, шасси. В одном экземпляре двигатель один, коробочка у нас одна, интерьерчик. Ну, такой себе, ребят. Я, ну, в принципе, много трындеть не буду, но как бы так, почти 2 гигабайта вес данной модификации, ну, как-то. Хотелось бы, да? Как на меня, на 2 гига я хотел бы получить бы что-то более такое посимпатичнее, что ли. Ну, а так, вы знаете, мододел — это художник, да, он так видит. Ну, а что делать? А мы должны это все хавать. Из покрасок, да, вот такой и металлик, все. Ну, и естественно, здесь можно поиграться. По аксессуарам тут всего тьма, заостряться не буду. Можете всевозможные себе тут конфигурации и салоны, и всего остального. Здесь можно он веломашину прицепить. Да и такое. Также по аксессуарам в самом салончике можете поиграться. Тут он всевозможные такие дела. Можете поделать себе, осветлить салончик там. Ну и все остальное. Тут поиграйтесь, ребятки, если вам данная модификация, еще раз повторяюсь, зайдет. Потому что, честно скажу, как на меня, задумка неплохая с этим мегамодом, да? Но. У меня много но к данной модификации. А там вам уже решать, что да и как. Так. Ну и находимся мы на этой карте Азия мечты, да? Нахичеван, я там уже сказал, показал, где я нахожусь. Ну и вот. Вот так данная моделечка у нас непосредственно выглядит в игре, да? Ну, как бы так на первый взгляд. Бомбезненько, грузится все приятненько, все хорошо, без вопросов я загрузился. Как моделька внешне, да, визуально, ну, более-менее. Есть, конечно, еще над чем работать, но. Я сомневаюсь, что кто-то будет там что-то делать с данной модификацией. Ну, вот так выглядит приборка, да? Как на меня, то мне хотелось бы чего-то лучшего. Ну, вот так это все дело у нас и выглядит, мои дорогие. Стол этот белый, ни к селу, ни к городу. Ну, а тут как бы так, ну, как бы так зачетненько. Неплохо. Еще раз повторюсь, задумочка, класс. Ну, воплощение, ну, скажем так, не ахти. Запускаемся. Вот такой звук, да, при запуске сразу громкий, потом тише, ну, глушим. Вот так, опять запускаем. Опа, все. Вот такой звучок, мои дорогие. Естественно, работает у нас окна, да, есть анимашка окон, открытие, закрытие. Что тут еще из таких интересных плюшек? Да, в принципе, да и ничего особо такого. Давайте протянемся, малеха. Да и посмотрим, что да и как. Ну, в принципе, все работает. Свет, ближний, дальний, поворотники. Ну, как бы все работает. На этом у нас... Ага, вон оно, отображение идет поворотников, да? Как-то странно так, на прицепе. Ну, а так, тормоз есть, задний ход отображается. Ближний, дальний, противотуманочки у нас даже срабатывают. Ну, таким вариантом.
Так, по дворникам что у нас? Ну, как бы петляют, да? Как бы петляют, но на 2 гига им петлять бы лучше. Ну, давайте прокатимся, малёха, и посмотрим, что да и как с этим мегамодом. Да и зырканем с вами на эту карту Азии мечты. А так, в принципе. Для разнообразия можно катать. Но пропускают. Thank you, дякуємо вам. Ну, что сказать? Вот так в первое впечатление. Ну, по пятибалльной системе, как для меня, то, ну, на твердую троечку. Ничего такого прям, ах, я в данной карте не вижу. Это, естественно, не Азия от Terramap, но, тем не менее... Да, но Mercedes мегамод. 2 гига. Ядрит Мадрид. Да. Вы знаете, я всегда говорю правду, да? Ну, как бы так... Ну, не советовал бы я вам бы заморачиваться с данной модификацией. Это я уже заморочился, потому что мне было интересно посмотреть, что да и как с этим мегамодом. Такое громкое название, да? Мегамод. Я вам не советую. Не заморачивайтесь, не тратьте свое время, тем более 2 гига. Это того не стоит. А карта, более-менее. Можно, в принципе, катать, взять хорошего грузовичка, кого-то достойненького, да и покатаете в удовольствие. Плюс ивент, покрутите себе ивент, как вариант, бесподобненький. Ну, а это ни о чем. Мегамод — это ни о чем. Звук ни о чем, в салоне ни о чем, такое. Но, ребятки, дякую ему все равно нашим доблестным мододелам, что хоть как-то старается, но вот получился у него такой мод. Ну и молодец, что получился. Мало ли, может быть, кому-то это дело и зайдет. Но пускай не обижается мододел, мне... Это все не зашло. Такое себе. Мне такое себе. А карта? Нормуль. Для разнообразия красава покатать. Я думаю, долго, да, тянуть мы это все дело. Кота за хвост не будем. В принципе, что я хотел вам показать, я вам показал. А спасибо, мои дорогие, буду с вами прощаться, как всегда, короночка. Понравился видосик? Не забудь, поставь лайкосик. Всем мира, добра, всех земных благ вам, мои дорогие. Дякую всем за просмотр. Дякую всем за вашу помощь, которую вы оказываете каналу. Дякую. И низкий вам поклончик от меня до самой земелечки. Будь добру. Будьте мне здоровы, все будет Украина. До новых обзорчиков, всем пока.